Сейчас я покажу вам некоторые свои работы, которые я сделал за последнее время. Сейчас уже темно. Вот работа. Перенасыщенная деталями всякими, но плохо пририсованная. И вот. И вот еще пробовал монстриков рисовать и некоторые текстуры, каменную плитку там. Но это самая непонятая работа. Здесь всякие дикие механизмы, похожие на какой-то пыточный средневековый ад. Вот, смотрите, орков пробовал рисовать, срисовывал. И потом вот этого самого так нарисовал, еще этого гоблина типа. Ну и вот, вот эта работа, которая что-то никем не оценена, ну ладно. Возьми, пообщайся и отдай мне сотовый. И иди за деньгами. Алло. Да, да, да. Я тут. Сань, ты там интернет-то где? На той квартире не проплатил, где живешь? Да, я просто... Ну, я могу проплатить, просто я не играю в комп и вообще не хочу заходить, не переписываюсь. Я захожу только скидывать рисунки. Я понимаю, ты... Подожди, а трансляцию тут устраивал? Где ты устраивал? Ну, у себя в квартире. Но я больше...